Здорово, соратники. Гуляю я тут как-то по окрестностям, ну и обратил внимание, вот эта вышечка, она, конечно, хорошая. Она была поставлена, ну, года два назад. Причем для нее стоит хреново туча оборудования внутри, с кондиционерами. А вот такая же вышечка, ну, с решеточкой, все как полагается. А вот абсолютно такая же вышка с хреновой тучей антенн была поставлена буквально 2 месяца назад. Причем я сомневаюсь, что оборудование вот из такого объема буквально за год, ну за два, модифицировалось до такого. Я даже не знаю, что это, но гудит так это изрядно. Причем, если здесь заботились о сохранности, вот тут зачем-то сделали, как полагается, в режимных объектах какую-то колючую проволоку даже, ну бред, то здесь, во-первых, им плевать на сохранность, видно, что уже одноразовая вышечка. Просто одноразовая. А второе, на что хочу обратить внимание, немножко иначе расположены антенны, чем тут. Это раз. Второе, оборудование, мягко говоря, меньше. Оно гудит, работает, но мне кажется, что это не для связи. Просто не для связи. Скажем так, или не только для связи. Потому что предположить, что им так наплевать на оборудование, это значит, что в какой-то момент оборудование перестанет работать для связи, но прекрасно будет вести и уколотых, и просто осуществлять некое воздействие на мозги людей. Можно назвать это психотронным, можно каким-то угодно, неважно. Все технологии, все патенты я уже показывал, они есть, они известны. Ну что я могу сказать? Вот это вот пренебрежительное отношение к собственности просто вызывает некую озабоченность. Любой чувак с топором подойдет, а когда все начнется, желающих обезопасить свои мозги от зомби-влияния будет немерено. Если кто-то опасается вышечек, то, по-моему, любой может взять вот такой вот лазер. Он прекрасно вырубает вот любые камеры. Он мощный довольно-таки. Ну а про коктейль товарища Молотова, я думаю, излишне говорить. И вот, если танки не выдерживали, даже вот эти вот огражденные, по-моему, не выдержат. А когда, ну, после весны следующего года где-то все это начнется, ну, я думаю, что вот даже такие огражденные вышечки, которые просто являются, на мой взгляд, ретрансляторами сигнала, они не источники сигналов, они лишь передают с других. Но мне кажется, вот количество таких вышечек поуменьшится, и на месте вот собственников этого оборудования я бы позаботился хотя бы о минимальной оградке. Хотя, повторюсь, по-моему, она не поможет. Или поможет оградка, когда все начнется. Как ты думаешь, воин? Пиши в комментарии. Для чего эта вышечка? Для связи, не для связи, по-твоему? Может, специалисты что-то ответят? Зачем такая плотность вышечек? И так далее. Добра, соратники. Готовимся. Предупрежден, значит вооруженный.